конце недели в Севастополе будет сильный ветер до 22 метров в секунду. Об аномальных погодных условиях с 27 по 29 июля предупредили специалисты городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сильные порывы значительно увеличивают вероятность масштабных лесных пожаров на открытой местности, отмечают в МЧС. Только на этой неделе севастопольские спасатели уже 6 раз реагировали на сообщения о возгорании сухой растительности и мусора. Площадь этих пожаров составила почти 2000 квадратных метров. С 15 июля на всей территории города установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности. В МЧС напоминают, что на период действия особого противопожарного режима запрещается запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание мусора на территории садоводческих товариществ, в лесу и в населенных пунктах. Также не разрешается выжигание травы на земельных участках, которые прилегают к лесам, землям сельскохозяйственных назначений, защитным и лесным насаждениям, а также проведение других пожароопасных работ. Не допускается использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Однако этот запрет не касается территории предприятий общественного питания. Призываем граждан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить 101 или 112.